Всем привет, с вами Филранис, и это у нас с вами StarCraft 2. Давно я сюда не заходил, вернее, как-то один разочек зашел, просрал один рейтинговый матч и вышел. Вот, но это не важно. А тут у нас, оказывается, за время моего отсутствия вышел новый командир. Это у нас Стэтман, не помню, как его зовут. Короче, сначала он работал у Джима Рейнера на корабле, после чего ушел куда-то в джунгли, отрастил бороду, блядь, и подсел на наркоту, в местную. Вот. За него я еще вообще не заходил, не играл, не знаю, сейчас, наверное, будет тупить ужасно. Давайте посмотрим. Герой-гений. Гергений. Георгий, короче. Рекомендуется опытным игрокам. Размещайте стетники, чтобы расширить зону влияния. Управляйте меха-зергами, улучшенными с помощью технологий тиранов и процессов. Короче, я читал кратенько. Там типа он объединяет в себе все сразу технологии всех трех рас. Извините. Вот. И типа там что-то какие-то пилоны ставить. Ну, короче, ролик я с ним посмотрел. И больше ничего. Так, в основном у него здесь зерги, я смотрю, да? Меха-зерлинг, меха-гиблинг, меха-гидролиск, меха-заразитель, меха-губитель, меха-ультралиск, меха-владыка, короче, кругом меха, скрытень 6 уровня, с 11 меха-носец. А, это мать стай, короче. Ползучий плеточник и споровик. Короче, все зерговское. Чё на уровнях? Я требую, Стэтман может размещать стэтники, дающие пассивные бонусы войскам из стэт-поля. А, это тип пилонов как раз таки, которые еще бафать будут. Строение уникальное, мехаличинки порождаются быстрее обычных. Окей, открывает режим стэт-поля жирок. Ой, прям как я. Восстанавливающие иг энергию войск Стэтмана, энергии союзных войск. Способность Гэри. Перегрузка получает возможность перегружать стейтники, благодаря чему они могут давать активный бонус войскам. Ну, короче, еще дополнительный баф. Ну, здесь, соответственно, различные блюшки. Плюшки на зерлингов и гиблингов. Позволяет Гэри стоять. Собирать обломки уничтоженных меха-зерлингов. Ну, короче, по-моему, он объединил в себе все... всех командиров даже, а не просто все три расы. Активировать в закопном состоянии. Улучшение меха-инкубатора и водологова. Так, улья. Восстановление увеличит максимальное количество зарядов. Ну, короче, давайте посмотрим, что на последних уровнях открывается. Обычно самое вкусненькое там. Меха-зерлинги и гибельки оставляют при уничтожении вдвое больше обломков. Открывает доступ, ага, улучшение. А, позволяет улучшать Гэри до Гэри Прайма. Гэри Прайм может накапливать вдвое больше заряда способностей, чем Гэри. А их время восстановления сокращается. Также он может генерировать собственное временное сет-поле и скорость его атаки, восстановления. Короче, Гэри. Какой-то Гэри у нас там будет. Так, давайте на бойце. Что за карту взять? Какая карта попроще? Может, что-нибудь новенькое вышло? Что-то новенького, по-моему, ничего нет. Мертвую ночи, купили смерти. Надо что-нибудь такое, что полегче будет, что попроще зайдет. Потому что из-за этого даже не знаю, что мне сейчас делать. Сейчас буду сидеть, блядь, тыкать на все кнопки подряд. Давайте, наверное, верю, миллион проблем. Я на ней уже, конечно, играл в какой-то момент. Так, сложность, боец. Вот это дерзко. С ним-то уже была одна карта, где мы там, помните, с вами тирозин собирали. Не помню, с кого я там уже играл. Матч найден. Поехали. Снайби Абатур 9 уровень. Так, цвет у Стэтмана оранжевенький. Терпеть не могу оранжевенький. Нейрон. Да, ну он даже выглядит стрёмно, блин, с банками энергетика, с какие-то ручки, мобильник, блядь, типичный школьник, господи. Вот. Да. Там еще, кстати, поехали какие-то участия в этих, в... Что-то какая-то компания Deep...
что-то там разработал какой-то новый, разрабатывает искусственный интеллект, и типа, если вы сыграете в рейтинговых матчах, то типа эти рейтинговые матчи где-то покажутся, вам, может, какие-нибудь плюшки за тестирование, не знаю, буду я играть или нет. Учитывая, что я столь играл, вообще уже ни хрена не помню, как играть, я и так-то особо не умел, а сейчас уж тем более. Не знаю, не знаю. Так. Что-то союзничек-то мой не грузится ни хера. Да, нет, грузится. Ну чё, первая игра, она всегда такая. А, он еще и быстрее меня, о, сука. Это, блядь, всегда. Это комната Гэри. Здесь, я так понимаю, у нас вылезет какой-то перс, с кем управлять. А, размещение стетников. С вами Донни Вермиллион. Ага, стетники можно размещать только... Никогда цветущий начиная планеты, ага, на своем поле, я понял. Рабочие должны собрать кристаллы. Чем быстрое развертывание и обходные маневры. Стет поле повышает скорость передвижения стетмана и союзных войск на 50%. Это баф врубить. Врубить же? Наверное. А, переход в хиля. А, это режим. Все, понял. Это мы режим, короче, выбираем. Это будет ускорять, это будет лечить. Кстати, прикольно. Очень прикольно. Так, что-то, блядь, проебался, надеюсь, по-моему. Так, строить зергами, да? Ну да. Эволюционка тоже одна? Россияне шустрые. Прикольно, прикольно. Пока я доволен, пока мне нравится. Но покупать я его, конечно, не буду. Ага, эволюционных можно несколько. Так, строить можно где угодно, а не только в поле. Давайте на союзника распространим. Бафы как у зергов. Здесь у нас как некий Гэри. После лавы на земле остались кристаллы. Лучше бы рабочим поторопиться. От этих кристаллов зависит судьба Веридии. Да, знаем мы про эту судьбу. Кристалл доставлен. И у командиров прибавилось времени. Так. Но, увы, его одного не хватит, чтобы спасти планету. Погнали на Веспенчик. В принципе, можно попробовать делать зерлинга, если он ничем не отличается, то я, наверное, не буду использовать гиблинга, все такое, потому что, по-моему, это классические зерги, просто выглядят вот так вот. Специфичненько. А вот мне интересно, если я эту херню здесь размещу, она сдохнет от лавы? Если да, то с карты я не угадал. Если нет, то тип-топ. И снова лава. Подробнее. Так, и... Самое главное, ну... То, ради чего мы здесь все здесь собрались сегодня. Курс передвижения мехрезервингов. Эй, не, поебать. Тогда нормально. Тогда отлично. Так... Лава меня опускается так же быстро, как и мудрый создатель. Теперь дело на рабочими. Успеть собрать все кристаллы. Это Гэри? Слушаюсь, Игорь. Команда принята. Окей. А, выпускает электрическую сферу, наносящую 50 урон в секунду противникам на своем пути. Он выпускает 3 сферы, если находится в поле. Как пожелаешь. Окей. Сюда послал, окей. А чем почти стабильный массовый скачок телепортирует Гэри, находящийся рядом с ним ваши войска, к указанному стейтнику. Прикольно. Так, ну я так понимаю, здесь надо как слизь распространять эти стейтники. Блин, лимит покупать еще надо. Печалька.
Да, еще виспендер. Генератор стет-поля усиливает находящихся рядом союзников, удерживает размещение стетников на базовом уровне. Ок. Так, здесь надо мутировать, здесь что? Здесь ничего. Ползучий клеточник. Ну да, это обычные зерги. Ничем не отличается, по-моему. Команда принята. Всплеск сейсмической активности сотрясает поверхность двери. А, он еще и летающий. Увидим лаву. Вообще огонь. Противник приближается. Да хер с ним. Защита. Лава снова затопила низины. Съемочная группа UNN. Что такое себе? Мне кажется, это в пачку надо стрелять. Ну, двери прикольные, да. Зачистим пока себе местечко. Голоса говорят, что тебе нужны на медицинской поле. Голоса говорят. Совсем поехал, родной. Так, тут качается, тут качается. Здесь что? Мехозерлинги. Блин, да нафиг мне мехозерлинги. Выброс лавы подходит. Будем от гидры играть. Но не переключайтесь. Я уверен, так, что вынесет, интересно? Только начинается. Ну, братан. Давай полечу. Враг пытается помешать рабочим наших героев. Так. Мы подробности. А, здесь сейчас нас охранять будут, да? Так, вас сюда. Здесь надо гидру. В принципе, еще двоих минерал таскать. А здесь еще ям заразителя. Ок. Нам сообщают, что стабилизатор заряжен на 25%. Выводы неутешительные. Три четверти работы до сих пор не выполнено. Слушаю. Для лучшего друга что угодно. Как пожелаешь. Так, это у нас будет раз. Это будет 9. Это будет 8. Это будет яма заразителей. Это будет 1. В принципе, я не думаю, что войска нам еще пригодятся. Более на этом уровне сложности. Не-не-не-не-не-не-не. По мнению нашего сейсмолога, прорыв лавы через мантию. Да я не буду читать эту научную нудятину. Так, штиримся, штиримся. А, здесь у меня плеточка. Окей. Нам только значит, лава поднимается. Так. Ну, пока неплохо, но знаете, это обычные зерги. Выбросы лавы достигают стратосферы и могут даже повредить летающие суда. Режим ожидания. Да, ну и ладно. Слушай. Привлеченная лавой огненная саламандра напала на город. Наш канал готовит трансляцию из самого эпицентра событий. Ничего себе, они шустро перемещаются. Но смогут ли рабочие наверстать? Клёво, клёво. Мой лучший друг.
Так, куда? Сюда? Поехали сюда защищать. Разработка завершена. Да, под полем он, смотрите, он даже Гэри быстрее летает. Ну, там, в общем, все быстрее летает. Запретить! Наказать! Что у вас? Команда принята! Помоги! Или мы больше не будем лучшими друзьями! Ой! Эй! Хороший был Гэри. До следующего ремонта! Войска союзника улучшения атакован. Завершено. Так, ну да ладненько. Там потом следующий вот сюда, по-моему, будет, так что можно сюда пока прокладывать путь. Восстановит войска. Войска союзников атакованы. Бля, сюда атака идет. Не-не-не-не-не-не-не-не. Войска союзников атакованы. База атакована. О! Здесь они мощные ребята. Спасибо, что разработал меня. Ожидается значительное повышение уровня лавы. Спасибо. Так, эту херню еще раз улучшаем. Очередной наплыв лавы. Эвакуация из низин уже должна идти полным ходом. Так, у меня тут никого нет, низинов. Вроде нет. Войска союзников. Так, пацаны мои полечились вроде. Мы сейчас вот сюда пойдем выносить. Ага, понятненько. Они неуязвимы. Окей. Народ, враги скоро нагрянут. Выйдем и поприветствуем их, что ли? Вот мне интересно, у него лимит сотка? Если сотка, то печаль. По-моему, лава передвигает кристаллы по поверхности. Терри говорит, что это антинаучно. Не слушайте его. Ваши войска атакованы. База атакована. Ну, ёпта, бля. Кто, чё, кого? Стабилизатор заряжен наполовину. Значимое событие для всех на поверхности планеты. Больно. Что-то они, кстати, больно бьются, я смотрю. Хату разнесли знатно. Ваши войска атакованы. Войска союзников атакованы. Так, что мне рабочий нужен, наверное? Ништяк ты поставил, братишка. Чем займемся? Как пожелаешь. А, не, лимит больше, по-моему. Видимо, все-таки 200. Войска союзников атакованы. В принципе, можно с гейзером, думаю, сейчас разнообразить немного армию. Еще какое-то говно купил. Ваши войска атакованы. Войска союзников атакованы. Распределяю регенерацию зергов. Восстанавливаю. Для этого нужно энергетическое поле. Отключить чего? Включить усиленный снаряд. Удвоить удар по воздушным целям. А ну он как работает. Да, но здесь реально, здесь, знаете, и лечиться надо успевать, и чтобы тебе эти подушки не сбивали летающие. Приборы снова регистрируют подземные толчки. Так, ладно, Гарика оставляем тут. 74, лучший друг. Отличный ранг. Так. Как нам стало известно, лава уже поднимается из недр.
Дайте шестую камеру. Войска союзников. Бля, я что-то себя вообще каким-то бесполезным чувствую, если честно. И тараканов еще нет. Саламандра, я люблю тараканчиков еще. Если ну да ладно. Если хотят что-то предпринять, сейчас самое время. Разработка завершена. Ваши войска... Нам сообщают, что лава спала, и борьба за восстановление стабилизатора возобновилась. О, кристальчик есть. Нет, кристальчика нет. Войска союзников. Так, эту херню все-таки берем. Враждебные организмы приближаются. Нужно защитить периметр. Ёпта, еще и резв не хватает. База союзников атакована. Войска союзников. Мы все еще ждем. Где чё? Где чё? К стабилизатору. Возможно, это произойдет совсем скоро. Ёпта. Регенерация началась. Восстановит войска. Еще, конечно, было бы очень круто, если бы детектор был побольше. Так, ну, выманиваем эту заразу из-под земли. Не? Не, пойдешь? Без энергетического поля... А, они постепенно сами встают снова, что ли? Извержение лавы на подходе. Надеюсь, в этот раз будет по-настоящему зрелищно. Интересно. Я думаю, если их уничтожил и все, типа с концами, а они вон через какое-то время возрождаются. Ну, тем прикольнее. Войска союзников. Не, Зерлинг, короче, не вау. Это, конечно, не моя. Будем гидро играть. Но я все равно выскажу свое мнение. По-моему, она очень растягивает. Для этого нужно энергетическое поле. Похоже, стихия наконец успокоилась. Давайте проследим, как командиры берутся за дело. Атакованы. Улей в опасности. Нужно устранить нападающих. Регенерация прикольная. Как, а где шканы? Я же скан писал. Забыл я их послать. Ладно. Что база атакована? Какая база атакована? Моя база не атакована, не надо мне тут. База атакована. Войска союзников атакованы. Сделаю! Кто-то давит твоих рабочих. Кстати, мне кажется, ли раньше на бойце не было закопок и не инвиза? Напишите, давно их били? На наших рабочих напали. Куда я послал этих? А. Что? Да, базе опять до пизда, походу. Осталось всего 25%. Но хватит ли времени?
Так, наверное, стоит куда-то вот сюда проложить дорогу. А, он саламандру еще не убивал. Блин, надо саламандру пойти убить. Клава. А враги все ближе. Дорогие зрители, уровень лавы вновь идет вверх. Мы разглядим, как она заполняет низины, выжигая все живое. Разумеется. Саламандра снова на поверхности. Это, конечно, не моя авторская передача. А, ну вот, да, он три сферы пускает. По-моему, она очень рассержена. Так, ему три кристалла надо отвезти, да? Блин, наверное, сейчас отвезет и это не выполним. Доп задачу. Поток лавы иссяк. Пока что. И когда он вернется, мы по-прежнему будем в прямом эфире. Давайте союзнику ускорим. Он два кристалла потащил. Не знаю, будет он третий тащить, нет? Твоему лучшему другу нужна помощь. Гарри, не помирай. Ваши войска атакованы. Нехилый отхил, кстати. Мне понравилось. Интересно, я до сюда успею проложить эту цепь? Голоса говорят, что тебе нужно энергетическое поле. Войска союзников атакованы. Я реально очень круто отхилился. Круто. Не, вот круто с вот этим бафом поля. То есть, если бы были какие-нибудь необычные зерги, а что-нибудь еще, мне кажется, было бы поинтереснее. Так, конечно, видно, что вот зерги, например, ракетами, эти гидролизки ракетами вооружены, все такое. Ну, не знаю, вот что-то не хватает. Для этого нужно энергетическое поле. На энергетическое поле прямо респект. Интересно, здесь что будет? А, жирок. Ну, сейчас посмотрим, что за жирок. А то я что-то забыл уже. Теперь, когда, в принципе, более-менее понятно, что к чему, можно и почитать. Землетрясение может значить лишь одно. На подходе еще один выброс лавы. Так, выносим. Заразу эту. Уровень лавы на Меридии снова поднимается. Ну, здесь получится. Прямое включение с места событий. Ну, давай. Огненная саламандра вернулась. Ну, они еще и ракетами ее. Вообще изи. Готово. Союзники Доминиона варварски расправились с саламандрой. Давайте спросим себя, кто на самом деле был чудовищем? Так, ну и в принципе поможем союзнику дотащить все. Вот здесь просто возьмем и закопаем. Ваши войска атакованы. Какие мои войска? У меня там нет войск. Отступила. А, эти. Кристаллы и выищенную землю. Да, вот на таких картах это очень круто. Вот так вот, допустим, где нужно доставить, ваши просто взял, раскидал вот так пути и все. И очень, очень быстро все доедет. Но опять же, это нужно успевать и раскидывать, и все. Это реально для опытных игроков. То есть вот я захожу, я забываю либо то, либо то, а когда вот ты уже более-менее прошаренный, и смотрите, вот так. Поехали. Ну и все, в принципе, мы выиграли. Да. Хер с ним пусть выносит, мне вообще плевать.
Зерки, да. Так, о, значок зергов. Значит, Сетман все-таки относится к зергам. Ок. Так. О, жирок. Сейчас почитаем. Ну, нормально. Восстанавливающий игонергию войск Сетмана и энергию союзных войск. Короче, есть хилище, я так понимаю, есть восстанавливающая энергию. А есть бафующие на атаку, наверное, и на скорость. Ну, что сказать, как итог. Вот этот мне как-то больше зашел, что я даже его купил. Вот это я, наверное, покупать не буду. Потому что, по сути, это обычные зерги, которым добавили бафы и вот эти вот типа пилончиков. Так как-то, не знаю, мне не сильно понравилось. Еще Гэри какой-то летает. Вроде прикольный, но не знаю, ничего такого. Опять же, за Зератулу как-то интереснее было играть. Там вот эти артефакты искать, войска какие-то, они вроде такие же, но не знаю, что вот исключительно, вот, например, особенно каратели, прям вообще жестко, прям вот. В Зератулу очень хорошо зашел. Стэтман лично мне нет. Ну, буду рад послушать, там, почитать ваше мнение в комментариях. Ну, а с вами был Филранис. Всем пока и до новых встреч.